Итак, представляем вашему вниманию еще один реализованный проект строительной компании «Бастион». Это у нас однокомнатная квартира. Приобреталась она с ремонтом от застройщика, но мы здесь полностью все капитально переделали. Здесь были заменены автоматы, розетки, выключатели, домофон. Также нами здесь уже была установлена сама мебель. У нас есть свой мастер по мебели. Вот первое помещение — это прихожая. Все вот в таком стиле здесь: белый, рыжий и бетон. Такие вот три цвета мы использовали. Все эти три цвета повторяются во всех помещениях. Здесь у нас санузел. Санузел совмещен. Стены идут белый мрамор. И такая вот зона тоже рыжая доска. Под дерево. Такая вот у нас вставочка интересная. Зеркало с подсветкой. Также у нас везде делались теневые потолки. Менялся полотенцесушитель, ну, собственно, как и сами выводы под полотенцесушитель. Инсталляция. Сзади инсталляции вот такая вот зона, тоже дощечками выделенная. Все углы запилены под 45 градусов. На полу у нас использовалась широкоформатная плитка с таким же точно рисунком, как на стенах в санузле. Так, попадаем в следующее помещение. Это кухня. Все точно так же выполнено в едином стиле. Здесь у нас встроенный холодильник. Дальше после него такое вот маленькое здесь место осталось, оно 22 сантиметра, это скрытый карниз. Это изначально, когда еще монтировались потолки, это все учитывали. Также слева от холодильника видим у нас прям впритык место для чайника, потом варочная панель. И после нее уже идет такая вот рабочая зона. То есть сама кухня здесь небольшая, но учтен был, можно сказать, каждый сантиметр. Здесь у нас вытяжка. Вытяжка идет вверх, и она идет под натяжным потолком. Там такие специальные плоские короба. И вот в этот вент-канал. Помимо вот этой принудительной вытяжки, есть еще обычная. Вот у нас такая рабочая зона. Над рабочей зоной у нас розетки. Также у нас система фильтрации воды установлена. Сейчас покажу, она внизу. То есть здесь идет у нас чистая питьевая вода. Все сведено в единый смеситель. Вот здесь у нас система отмоса, фильтрация воды. И счетчики. Счетчики были в санузле. Тоже это всю стену раздалбывали и переносили их сюда на кухню. Здесь у нас выход на балкон. Окна выходят в квартире во двор. На балкончике мы еще сделали встроенный шкаф. Да, кстати, напольное покрытие тоже здесь у нас менялось. Здесь был бетон, вот его застелили керамогранит. Вот такая получилась интересная кухня. Так, переносимся в следующее помещение. Это у нас гостиная. Обои по всей квартире идут единым таким стилем. Кажется, что они под покраску, но нет, это такие подобраны обои. И как по всей квартире, также есть зоны, которые выделены у нас вот таким рыжим цветом.
Также устанавливались светильники. Повторюсь еще раз, мы тут переделывали всю проводку. И прямо вот четко вот штор, идет у нас кондиционер, за ним карта, карта с диодной подсветкой. То есть в ремонте здесь уделялось внимание, можно сказать, каждому моменту. Квартира небольшая, всего 37 квадратных метров, но вместили все. Вот у нас идет платяной шкаф, дальше комод и компьютерный стол. Все в едином таком вот комплексе. И над компьютерным столом у нас также сделана подсветка. Ламинат на полу использовали такой тоже под доску 33 класса с микрофаской. Ну и вот у нас освещение. Большая такая диодная люстра и карта. Карта с разным свечением. Весь вот этот ремонт у нашей фирмы занял буквально 3 месяца. 3 месяца у нас ушло на то, чтобы полностью все ее мебелировать и поменять то, что было от застройщика. От застройщика здесь был прям ужас. То есть по одной розетке на каждое помещение и очень-очень дешевый ремонт.